Привет, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же моряк, вы на канале «Фокусы от моряка». И в сегодняшнем видео я покажу вам прикольный, быстрый карточный трюк, который выполняется всего лишь с 13 картами. Как обычно, по традиции, я буду пользоваться колодой Bicycle Standard. Это самые, мать их, в мире популярные картишки, прикупить которые вы можете в моем магазинчике карт моряка, ссылочку я оставлю в описании. Кроме того, мой магазин есть на Озоне и на Яндекс.Маркете, возможно, вам там будет выгоднее взять, ссылки также в описании. Кроме того, в описании вы найдете ссылки на мой Яндекс.Дзен, Рутуб и Телеграм-канал. Обязательно подпишитесь на случай бана Ютуба. И также в описании вы найдете ссылки на наши группы, на мои курсы по шулерству. Присоединяйтесь к нам, изучайте мой основной сайт. В общем, все будет в описании. Итак, берем наши карты и тасуем их как умеем. После того, как мы потасовали их, да, можно предложить нашему зрителю выбрать любые 13 карт. Ну, допустим, зритель, не сильно заморачиваясь, берет сразу сверху их. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Итак, потасовали их еще раз. И пускай зритель выберет любую карту, которую захочет. Допустим, он берет вот эту, запоминает ее. И мы ее, конечно же, куда-нибудь вот так вот в колодушку убираем. Убираем, тасуем. А теперь, уважаемый зритель, назовите случайное любое число, ну, естественно, до 13. Если затрудняетесь, вот я могу вам дать 2 кубика, можете кинуть, сумму чисел мы сложим. Допустим, зритель кидает, получается 4 и 1. В сумме даем 5. Значит, ваша карта будет 5. Раз, два, три, четыре, пять. И выпадает, конечно же, ваша двоечка Буби. Вот такой вот прикольный быстрый трюк, друзья, к обучению которому мы тотчас же перейдем. Но прежде попрошу, подпишитесь на канал, поставьте лайк видео, нажмите наш корабельный колокол, чтобы не пропустить выхода новых видео. И, конечно же, поделитесь с друзьями. Ну, а мы переходим к обучению. Итак, друзья, добро пожаловать в обучение. Смотрите, данный трюк, в принципе, сделать несложно, но только если вы умеете делать нижнюю сдачу. Итак, тасуем карты и достаем оттуда 13 карт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 13 карт эти также можно потасовать и даем зрителю запомнить любую карту. Он запоминает, это 9 пик. 9 пик нам необходимо убрать в колоду, но сконтролировать их ее в итоге вниз, чтобы потом произвести нижнюю сдачу. Как я делаю? Я делаю Shift Medicine, который называется Squeeze Shift. Если вы не умеете его делать, обучение есть у меня на канале. То есть я перевожу карту вот таким вот образом под низ колоды. То есть вот она у меня снизу. Потом я тасую для вида. Тасую до последней карты, до этой девятки, ее кладу сверху и увожу ее снова вниз. Да. Могу подержать с сохранением нижнего сбора, ее потасовать сколько хочу, да, то есть могу потасовать. То есть если вы все это не умеете делать, всему этому можно научиться в моей бесплатной школе для новичка. Это отдельный плейлист на моем канале, пожалуйста, найдите и изучайте. Итак, после чего нам необходимо выбрать любое случайное число. Зритель может его сказать сам, либо мы можем просто бросить кубики. Вот у нас выпало изначально 6 и 1, итого 7. Значит, сдадим эту карту снизу 7. Значит, я беру эти 13 карт в позицию для сдачи снизу и отсчитываю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И в последний момент я выдвигаю нижнюю карту и сдаю ее 7. Вот и весь секрет.